Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Brawl Stars, и открылся у нас обновление было, открылся новый боец. Интересно, мы его выбьем или все-таки купим? Так, новый скин Боуор доступен будет. Что тут еще такого интересного? Ничего больше интересного такого нету. В итоге у меня таких два варианта. Либо мифический боец за гемы, либо сразу же спраут. Поехали посмотрим на него, что он себя представляет. В любом случае его надо забирать, чтобы дальше апаться. Единственное, мы сундуков не накопили. Откидывает, ничего себе. Мне интересно будет на него посмотреть на боссе. Его тоже самого откидывает, видите? Ну, дамаг, в принципе, прикольненький. Что прыгает так? В общем, будем пробовать. Так, хорошо. Поехали. У нас прям мега Артемка потом попозже. Так, подарок забрали. Поехали. 4 сундука, ребят. Проверим мега нашу удачу. Ну, все как обычно. С таких сундуков не падает. Так, давайте заберем, что тут у нас есть. Мега сундук. Мега ящик. Попробуем с него вытащить. Если... Как я люблю клеить видосы, вы даже себе не представляете. Так, ну что, заберем пакетик. Зашел все-таки с компа. $350 и чик, и бонус. Размечтался, короче. Размечтался. Ну что, поехали его забирать. Так, варианта нет. Можно было бы, конечно, копить там, но надо однозначно его забирать. Быстрее будет. Быстрее прокачаем. Чик-чик-чик, гемасики пришли. Так, ну что выберем? Что ж выбрать? Что лучше? Здесь сразу целого. Либо попробуем мифического. В чем разница? Вот так вот, ребятушки. У меня новый мифик. Ой, еще не проснулся. Кофе не попил. Зато в Бравле получил недостающего. 330 очей силы. Ну, я думаю, это стоит тоже забирать, наверное. Однозначно. Ну, вроде... Странно, что оно автоматом не дает. Так, где там? Где там он? Ну все, надо ждать завтра. Завтра, может, будут какие-то новые плюхи. Давайте его немножко подкачаем. К
конечно, это фигня. Но все же. Какой там шестой лавел будет. Шестая сила. Ну, дальше будем за сундучки апать, получать, думаю, неделя. И у нас опять будет фуловый аккаунт. Такс. Теперь я перейду обратно на свой аккаунт. Ну что, поехали. Посмотрим на эту мелкую имбу, что она из себя представляет. Блин, прикольненько скачет. Конечно, это надо придрочиться к этому. Ну, знаете, такой неждан. То есть надо будет... Если мы тут сделаем стенку. Они реально сюда забраться не могут. Прикольно. Блин, реально прикольно. Не знаю, прикольненькая тема, конечно, не знаю, мне по фану. Прикольненький перс, что-то нестандартное, знаете, такое необычное. Поехали, проверим его в столкновении. Странно как-то, тьфу-тьфу, не подвисает. Я играю сейчас с айфона, нету зависаний. Зарядка, кстати, неплохая у него. Блин, смотрите, что он творит. Реально кайфовый перс. Блин, жесть. Реально, кайф. Не знаю, мне он нравится. Блин, прикольненькая тема. Так, ну надо посмотреть, что у него там по пассивкам. Надо было очки взять, очей набить, так бы больше сундуков получили. Быстрее бы прокачали. Ну да ладно. Так. Восстанавливаю 3000 здоровья. Нифига себе, это жестко. Может менять звездные силы. Пока что-то нету, да? Блин, ну прикольненькая тема. Поехали на Brawl Ball потестим.
Ну, мне интересно сейчас, чтобы они пробрались к нам. Блин, ну чё вы дохнете все? Не стой, не бей! О, нормально, сотрите тему. Нифига себе, прикольненько. Я офигею. Это, конечно, кайф. Короче, кайфовая тема для футбола, я не знаю. Реально, можно просто тупо угорать. Реально смешно выглядит. Что-то какое-то, что он сделал, мог свободно пройти. Странный тип. Блин, начались подвесоны все-таки. Блин, ну прикольная тема, не знаю, мне нравится. Чисто пофаниться. Конечно, надо, как видите, траекторию просчитывать, потому что реально снаряды летят рандомно. Плюс учитывать то, что они могут отбиваться. Ну, блин, не знаю, круто смотрится. Как по мне, реально круто. Не знаю, мне нравится. Просто тупо, тупо в кайф. Персонаж для фана такой неплохой. Конечно, как дальше его качать, это вопрос. Вот смотрите, как Розу просто оградили. Реально кайф. Блин, кайфовая тема. Но надо учитывать то, чтобы тиммейты просто понимали, куда ты будешь закидывать, потому что это реально писец. Вот и все, ребята. Прибежали. Вот все, мой тоже забежать не может. А, кайф. Ай-яй-яй, не туда. Блин, это реально кайф. Вот и все. Ру, блядь, вот это кайф. Вот это персонаж. Действительно, что сделали какую-то тему кайфовую. Сейчас пойдем еще некоторые посмотрим. Ну, для Бравл Бола, я не знаю, он, по-моему, вообще идеальный.
Блин, ну ребята, ну чё вы не собираете, нифига, вы чё, блядь? Я чё, один должен здесь тащить? Ну писец. Ай, не успел. Сейчас попробуем его зафигачить, робота. Да, тиммейты у меня, конечно, от бога. Там тоже, смотрю, не особо блещут. Да, это, короче, слив. Печаль. Вообще непонятно, чего они чудят. Ну все, тут мы просрали, короче. Тут без вариантов. Блин, ну прикольненько, можно будет как-то его контрить. Пробовать. Не знаю, мне нравится. То, что реально его ульта очень веселая. А плюс он еще будет восстанавливать 3000. Ну, блин, круто. Давайте еще попробуем. Реально кайфовый перс. Неля, Нелечка, не плачь. Жесть, конечно. Вот умеет суперселлы создавать. Что-то фигню вообще набили. 44% ну баса. Ай, забежал далековато. Смотрите, откинул, ему приходится обходить. Интересно. В принципе, таким образом можно поставить, но я думаю, он будет доставать все-таки. Блин, ну прикольненько, что я могу сказать. Реально кайфовая тема. В общем, такие вот дела, ребят.
Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.